Всем привет, с вами я, Владжер, и сегодня у нас будет продолжение. Моя подруга Свинка Пеппа. Погнали. По приколу, почему нет? Так, продолжить. Мышка-то на другом мониторе, точно. Так, мне надо помочь чуть-чуть навоза кинуть куда? В тебя? Ого! Отлично! Теперь растения будут большими и сильными. Ага. Огурчик Рик, да, получится? И чё, это просто... То есть я просто кучу говна положил, и это типа всё? Бля... Ты клубнику хочешь? Чё тебе надо? Куда тебе надо, ты? Его попросить? Я высаживаю сюда, чтобы в саду выросли новые растения. Он просто типа, ну да. Да, пожалуйста. Просто смотрит в никуда по приколу, наверное. И возьми с него семена. Любое? Да, Пеппа. Какое захочешь. О, я даже не знаю, какое выбрать. Придумала. Давай выберем вместе. Помоги Пеппе и дедушке вырастить в саду новое растение. Иди к одному из растений и возьми семена. А, блин, забыл то, что у меня мышка тут. А, ну, наверное, тыква. О, может... Да... А давай по приколу тыкву возьмем, почему бы и нет? Семечка у тебя? Молодец! А теперь вернись и посади его здесь. Пипец. Ну ладно, сначала все равно получает. Я хотел сказать то, что, блин, мы что-то это... Как, блин? Эксплуатируют нас. Накрой его землей и полей. Ну? А, типа, ходить нельзя далеки. Надо именно просто нажать на Space. Когда-нибудь через 2 года. А долго надо ждать, дедушка? Года. Растения растут очень медленно. Обязательно приходи сюда почаще, чтобы посмотреть, как оно растет. Окей, будь... Теперь в саду у дедушки посажена семечка. Обязательно возвращайся. А знаете что? Тут, блин, клубника сейчас вырастет. Так, типа попросить его, чтобы он помог динозавра достать, мы не можем. Зато мы можем взять говно. Зачем? Непонятно. Что тебе надо? Иди гуляй. Спасите. Иди гуляй, нет. И чё, блин? Ладно. Пипец, как два овоща, ходим друг за другом. Не, я пойду обратно. Иди гуляй, Пеппа. А... Ладно, допустим, она уже дочитала книгу и пришла сюда. Потому что мне что-то прям очень сильно кажется, то, что если я приду обратно домой... Опа. Теперь мы свиньи. Дома. Дома? Может, тогда уж дом, а не дома. Дома. Так, ой. А то есть мы прям вместе ездим, да? А может, это на превью пойдет? Хотя довольно маленькая картинка, будет говно. И ты уже тут. Каким образом? Когда ты успела?
Так, лес. Хорошо. Чё, полетаем на воздушном шаре? Yes. То есть динозавр нам больше не нужен. Странно, они, конечно, какие-то велосипеды. Чё это она? Ты чё, всю ночь не спала, дура? Вот вы. Бля, тихо, нет! Я превью просрал. Так, я сейчас, надеюсь, выхвачу превью сейчас. А, то есть, понимаю. Все. Вот это я понимаю. А где Джордж спит? Вы что, его на диван выгнали? Вы что, офигели? Бедный Джордж. Пипец, конечно. Динозавра мы ему не отдаем. Спим на его кровати. Пипец, мы, конечно, мудила. Вот моя комната. Тебе нравится? В корзине у меня игрушки. Ну, понимаю. Здравствуйте. Чем вы тут занимаетесь? Динозавра ищем. Мама, мы играем с игрушками в моей корзине. Я просто достал машинку. Мне кажется, Джордж тоже хочет с вами поиграть. А втроем тебе типа нельзя? Пеппа, я уверена, вы сможете поиграть и втроем. Может, сыграете в салки? А как играть? Можно. В салки? Ты гений? Должен догнать и потрогать другого. Бля. Тогда водить будет он. Пеппа, ты хоть что-нибудь знаешь в этой жизни? Хорошо, тогда я вас оставлю. Что? Как? Все. Кто Майя? Джордж? Кто Майя? Кто Майя? Нет! Кто Майя? Кто? А, я так понимаю, Пеппа. Все, понимаю. Мы просто по приколу тыкаем друг друга пальцами. Интересно, мы, конечно, играем. Я прямо в шоке от вас. Чего? Я тут все опять салатил. Я уже вообще-то здоровался. Причем я тут спал даже в этой доме. О, динозавра нашел. Сам, наверное, смог. Я удивлен. Эй, иди гуляй. Без света почитаешь книгу. Пожалуйста, снова, чтобы я могла читать. Иди гуляй. Не буду тебя включать. Я бы тебе еще салат бы там. А я могу чихнуть, когда ты будешь это резать? Куда идти за тобой? Ты вообще-то идешь за мной. Погоди, погоди, там что-то было на картину. То есть у нас какое-то ограниченное время... А, это лестница. То есть у нас ограниченное время на день. То есть если время выходит, мы, получается, телепортируемся в дом к Пеппе. Тем самым, как бы, день проходит. Если да, то окей. Потому что я сейчас хочу поехать обратно. Не, саундтрек, конечно, топ. Тут ничего с этим не сравнится, вы чё? Лес.
Так. Уже можно к ней подойти. Вот это мне уже нравится. Я смотрю, вам тут очень весело. И мы типа можем с тобой полететь. Отличный день. Нормально. Чтобы любоваться видами с воздушного шара. Да, пожалуйста. А, у меня мышку видно. Так, давай ее уберем на этот монитор. И все, и типа мы просто летим. Теперь я спать хочу. И это что-то мне дает? И типа просто чтобы было. Снежная гора, нифига себе. Снежная гора. Нормально. Только не улетай без нас. Ну давай, только если мы... А, вот давай, быстрее беги! А, ты все равно умеешь телепортироваться, ну ладно. И что, мы дальше на коленках, что ли, спустимся? Или типа по приколу только? Ты умеешь кататься на лыжах? Мама крольчиха даст нам лыжи для спуска в гору. А, ну давай попробуем, слушай. Неправильно. На самом деле мы бы его полностью бы разъебали. Мы бы просто начали бы его фигарить, пока он бы полностью бы не сдох. Так, а то, что мы бы делали такого же, это неправда. Ты гений. Я думаю, я возьму этот кусок. Ну ладно. И... Мы что, типа, полтора часа будем смотреть на то, как я, блин, таскаю вот эти вот... В смысле? А чё, этот не подойдет? По мне он нормально подходит. Я вижу еще морковку. Офигеть, просто... Просто, блин, в лесу находится морковка. Просто, вы тоже видели в лесу морковки? Я тоже каждый день, не знаю даже, что с ними делать. Типа пуговка, только это камушек. А, это глаза. Тупой. А, я один подобрал, тут их штук 20. Вы чё? Можешь, пожалуйста, без твоих комментариев? Чё, всё? Ага, только один я его делал. О, какой у нас? Я один это делал. Ты только максимум кем могла быть, этот прорабом, который говорил, куда что ставить. Так, давай. Фиолетовый надо. Какие голубые? Осторожно. Не спускайся. Фиолетовые. Я хочу... Дайте фи... А, так у меня все равно черные какие-то даже. У-у-у. Вот это скорость. Мы летим быстрее ветра. Как же быстро. Че тут, блин, осматриваться? Ну все, полетели обратно, тут делать нам больше нечего. Отличный день, чтобы полюбоваться видами с воздушного шара. Для кого как? Да, да хоть пелес. Акелес. Так, все, идем, я так понимаю, сюда дальше, если мы можем. О, бабочка! Какая красивая! Слушайте, а нам помните? Помните, нам говорили, следуйте за бабочкой? Вот все. Я ее нашел, я ее догнал. А
Ну, пойдемте дальше следовать за ней. Че, разве надо нет? Надо же, тут везде мусор. Может, ой, блин, везде. Две бутылки. А, нет, там еще облако. Тогда да, тогда везде все окей. Только тут не совсем мусорка, мне кажется. Ладно, допустим, это мусорка. И что дальше? Пойдем в лес? Пойдемте в лес. Если что, нас съедят медведи. А, тут еще мусор. А я могу во вторую руку взять, не? Пипец-то, конечно, деградует. Угу. Так, пойдем, Пеппа, может еще какой-нибудь мусор возьмешь. Ага, тут нет мусора, значит идем обратно. Все. Молодец. Если мы все будем так поступать, лес будет чистым. Ну, во-первых, кто тут, блин, ходил? Ну, во-первых, не сразу, потому что следы могут тянуться очень-очень долго. Так это гусь, вы чё? Глухие, что ли? Может, это жопорог из Hollow Knight пришел, да? Вы глухие, это гусь, вы чё? Придурочные. Гуся! Хотя, смотря на твои, на твое плоскостопие, может быть, это и твои. Уже близко. Я и думал, что это гусь. Свин и Джордж приехали, чтобы устроить пикник в лесу. Понимаю. Вот это нам, конечно, повезло. Какой чудесный день, чтобы устроить пикник в лесу. Давайте найдем хорошее местечко, чтобы сесть. Я видел, надо еще чуть-чуть подальше подойти, и все, и там будет место для пикника. А что если пойти туда? Да ты че, умная, что ли? Как раз хорошее место, правда же? Так тут знак стоит для палатки. Можно я возьму корзину, папа Свин? О, да, конечно. Чё, забыл корзину дома? Папа Свин, у тебя лицо покраснело. Я, кажется, оставил корзину для пикника в машине. А, ну и чё? О, нет, тогда нам надо за ней вернуться. А в чём проблема? Может, вы с Пеппой вернётесь к машине и принесёте корзину? Конечно, мамочка. А чё, у нас есть выбор? Папа, у нас есть выбор. Корзину в машине. Надо помочь вернуться и забрать корзину. Давай вернемся в машину и возьмем корзину для пикника. Ну, у нас выбора как бы нету. И чё ты останавливаешься на полпути? А, ну ладно, я тут думал только два батона, я уже как-то... Подумывая то, что нифига это не пикник. Все. Сыр. Спасибо, какая-то бутылка с желтой водичкой и два батона. Ой, кажется, я слегка проголодался. Молодец. Корзина для пикника теперь там. Все легли. Семья Пеппы может насладиться вкусным обедом в лесу. И. Так. Это чудо. Это сюда и вуаля. Какие вкусные бутерброды, папа Свин. Да, папа. Спасибо, спасибо. А ты что скажешь? Нравится? А мне дадут право голоса, нет? Что это было? Утки. Тупая дура. Нет, у тебя есть хлеб. Но, кажется, остался только папин бутерброд. Папа, папа! Надо их покормить! Не надо. Ну ладно.
Они сами могут найти себе еду. Так достаточно было одну булочку ей дать. Они все равно не будут есть помидоры, там салат. Вот что у них за прикол все время падать? Офигенные деревья, ты сейчас увидел. Офигенные деревья. И вы что, блин, тут всем отрядом решили на пикник пойти? А, то есть это моя палатка? Вот? А, не, моя фиолетовая, вы чё? Всем привет! Дети, дети! Теперь, когда мы здесь, надо поставить палатки. Нам нужен кто-то, кто будет собирать ветки для костра. Мадам Газель попросила собрать ветки. Мадам Газель. Я представляю себе машину. Газель просто. Стоп гейм. Сохранение, наверное, уже было, поэтому... На этом, короче, все. Вы сами знаете, где же поставить лайк, тем более, где подписаться. С вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Продолжим в следующем видео. А пока я остановлю запись. Короче, всем пока.